Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.ком. К посольству Украины принесли украденные с кораблей унитазы. Как сообщает РЕН-ТВ, двое активистов устроили несанкционированный властями пикет возле здания украинского посольства в Москве. Пикетчики принесли к зданию посольства унитазы, которые, по версии украинской страны, были украдены Россией с переданных Киеву судов. Столичные полицейские активистов, как водится, задержали и составили на нарушителей административные протоколы. Напомним, ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил российскую сторону в вандализме по отношению к украинским кораблям. Он заявил, что с кораблей украли розетки, плафоны, унитазы и даже медный трубопровод. Украинский адмирал пообещал показать последствия деяний России всему миру. После этого президент Украины Зеленский сообщил, что намерен обратиться к Москве с требованием вернуть демонтированное оборудование. В России все обвинения отвергли и сообщили, что корабли были переданы в нормальном техсостоянии, и подтверждается это видеозаписью, а также актом приема-передачи судов. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.